Современное здание, удачное расположение, радушный прием. Все это будущим жильцам обещают не только в отделе продаж, но в каждом из домов застройщика. Правда, Дмитрий уверяет, куда важнее для каменщика по специальности – качество будущего жилья. В Минск вслед за старшей дочерью, она здесь учится, решила перебраться вся семья. Из Драгичина практически в сердце столицы. Выбирали, признаются, долго, но в итоге единогласно. Жилье качественное, место вообще удачное и очень перспективный микрорайон. Очень удачная планировка и получается по цене за счет того, что квадратура небольшая, по цене это доступно. Того же мнения будущие новоселы не только со всей Беларуси. Компания Dana Holdings широко известна по объектам в других странах. География от Америки до Чукотки. Сегодня же стартовали продажи квартир в доме с согревающим названием «Пальма-1». И около сотни желающих заранее забронировали себе, что называется, место под солнцем. Чтобы не было таких больших очередей и дискомфорта для наших будущих покупателей, как это было в прошлый раз, когда люди ночевали в офисе, и мы их тут очень все дружно, скажем так, приютили. Поэтому с 14 мая у нас была электронная очередь. С 9 утра люди брали на сайте электронный номерок и сегодня в спокойном режиме приходили и бронировали уже квартиры. Но пришли раньше, чем в 9 часов. Да, пришли с 7 утра. Причины такого ажиотажа понятны. В предыдущих объектах практически все квартиры были забронированы всего за 2-3 дня. Уже сегодня из 25-этажного дома квартиры на 10 этажах в стадии оформления договоров. И мечта будущих новоселов с каждым днем все реальнее. На объекте трудятся около 30 работников. А этого достаточно, чтобы с каждым месяцем дом становился выше на 3,5 этажа. Сейчас как раз приступили к возведению 4-го. Всего через год, а сроков заказчик придерживается строго, новоселы более чем 500 квартир получат заветные ключи. К слову, для них, как и для будущих владельцев коммерческих помещений, в Минск МИР предлагают специальные условия кредитования. Рядом строят крытый паркинг, станцию метро, будет и полноценный торгово-развлекательный комплекс. Иными словами, все для комфортной жизни здесь и сейчас. Наталья Стельмах, Дмитрий Буйнаш, новости ОНТ.